Также Сергей Артамонов анонсировал топ-10 спортивных событий, которые пройдут в Югре в этом году. Среди них чемпионат мира по бильярду, кубок мира по лыжероллерам, шахматам и боксу. Помимо этого, в округе пройдут крупные турниры по большому теннису и единоборствам. Также департамент в этом году сделает ставку на развитие массового спорта. Например, в апреле пройдет югорский лыжный марафон. Уже сейчас на него зарегистрировалось более 400 человек. Всего же ожидается более 3000 участников. Мы планируем с этого года, чтобы спортивные мероприятия были не только спортивные мероприятия, мы хотим из них сделать комплекс, большой комплекс мероприятий, в том числе, наверное, по въездному туризму, чтобы люди приезжали не только на спортивные мероприятия, могли посмотреть и культурную составляющую, и еще какие-то направления, которыми славится Югра.